Украина пыталась саботировать американские выборы президента и поддерживала кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Такие обвинения в адрес Киева высказал Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Цитирую. «Попытки Украины саботировать кампанию Трампа потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон. И где же расследование, генеральный прокурор?» Посольство Украины в Соединенных Штатах заявили дословно следующее. Ответственно заявляем, правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в 2016 году. Украина гордится поддержкой обеих партий в США.